Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды забираем. В магазине открываем пак. Я не знаю, зачем я их открываю, друзья. Все равно тут ничего нет. Ну, кроме как, если пиццу хапануть лишнюю и в надежде, что тебе выпадут доллары. А так они уже как бы и не нужны. Пройдите серию испытаний. Давай быстренько пробежимся. Мы переходим как раз на вторую волну. Здесь возьму Слэша. Возьму Леонардо Пиццелицева. Возьму, наверное, наших маузеров. И хочу взять Супер Шреддера. Вот такой командой. Ну, сам понимаешь, у врагов шансов тут сопротивляться нету. А мне все-таки нужно это задание выполнить. Так, промахнулся. Ну, давай вот так вот сделаем. Что это за атака такая была? Ничтожная. Блин, Шреддер тоже. Ну, правильно, 80 уровень. Ребят, это максимальный уровень вот в игре на вот этих вот событиях. Блин, такая музыка, да? Я как вспомню в первый раз, когда вот проходил и дошел до этого Шреддера. Но он действительно тогда был опасен, потому что у меня не прокачаны были бойцы. И он мог действительно что-то там сделать один. Сейчас же это просто груша для битья. Просто наваливаем его по полной. Можно было, конечно, проникающим ему бомбануть. Давай вот плюху бросим. И все. Все, ребят. Пиццелицей бросил, я не знаю, свою пельмешку. Или как ее там назвать. И Шреддер отдуплился. Ну, а я прошел это событие. Так, давай заберем награду. Да что такое-то? После вчерашнего все еще отойти не могу. Так, сразиться, значит, в сложных боях. В общем, пошли. Мы прокачиваем, как всегда. Так, мутагена у нас мало. По уровню мы качаем Эйприл, но мне кажется, да, нам не хватает чуть-чуть. А по скиллам мы прокачиваем нашего... Где он тут у нас? Куда он опять спрятался-то? Вот он, Донателло ролевой. Кстати, Донателло можно, ребят, поднять уровень. И смотрим. Нам не хватает 6 ящиков с инструментами. Поехали искать. 6, да? Один есть. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И давай последний мне. Последний мне ящик с... Да что ты? Ну, да ты издеваешься, игра. Ну, вот он. Ну что же, до четвертой, ребят, ступени прокачали мы. Так, дальше. Не хватает всего лишь 12 номеров. 1, 2, 3, 4. Ладно, 5 пока сделали. И хорош. Ну, а тут забираем с тобой все награды. Так, ребят, у нас под угрозой следующее. Так, начали испытания. Я по поводу платиновых осколков и это. Ну, у меня никак не получается. Завтра я пойду на работу с утра, а завтра уже понедельник. То есть у меня не получится ничего больше сделать. А у нас Лига Сёгунов. Ну, хорошо, я перейду сегодня, возможно, в Лигу Мастеров. Ну, до 3 звезд. Вряд ли я смогу добраться до 3 звездочек-то. Вот я к чему клоню. Так, давай, наверное, мы здесь с тобой быстренько попробуем пофармить. Мне нужна вот эта эмблемка, ребят. О, получил эксперт снаряжение. Тогда давай мне еще вот этот значок. А он сейчас будет мне все давать, да? Во, снаряжение союзники, ребят. Поэтому переходим сразу с тобой на эпизод второй. На эпизоде втором, блин. 80 уровень наших противников. 3 волны. Ну тут кто у нас топчик? Ванька, Армагон. Еще посмотрим, как будет. Давай просто ракетами, наверное, бомбанем. Пиццелицы, давай. Кия, отлично. Так, этого железноголового на тебе. Джастин, как ты меня раздражаешь. Ну, я прям не могу, ребят. Ну ничего не может сделать, а? Толком. Он делает свой удар щупальцами. Это фигня какая-то полная.
У нее не получается заколбасить. На, морозилка, что такая крепкая-то? А если плюшку? Что-то и плюшка не прокатила. Так, ну что, у нас последняя, третья волна. Так, Эйприл. Уже головый. Давай, наверное, Эйприл уберем отсюда для начала. Ать, не получилось. А если запах изо рта? И плюс валун. Посмотрим сейчас, как Армагон. Красава, красава, Армагон. Вот что я тебе хочу сказать. Ну и пиццелицы, естественно, друзья мои, на добивке был. Красиво. Тут все получилось как надо. Так, союзники, снаряжение союзники, да? И теперь, сколько у нас там? На две попытки. Ну, давай попробуем. Доллары. Да, жетоны. Ну, сам понимаешь, ничего не получилось. Фиг с ним. Ну что, друзья мои, ранг 22. У нас лига сёгунов 3 звездочки. А мне нужно пробиваться в лигу мастеров. Вчера я хотел, конечно, попозже, как я говорил, поиграть, ребят, но в моем состоянии, в тогдашнем только и играть было. Я же говорил, что я ходил в клубешник, пришел довольно такой уже вкрученный. Ничего у меня не получилось, короче. Не то, что даже ничего не получилось, у меня просто не было сил. Я еле-еле, ребят, Punch Club 2, как говорится, серию доснял, и все. Потом просто рухнул спать. Да и вот сегодня встал еле-еле, такое, знаешь, состояние немножко некомфортное. Вроде как бы хочется покушать, а ничего не лезет. Вообще ничего не лезет. Отпиваюсь, как говорится, чаем, каркаде. Так, 16-22 я нашел. Возьму, наверное, сюда Леонардо и возьму Пиццелицу. Вот они вдвоем пойдут. Хотя тут можно было бы, наверное, и без них обойтись, так как 65-67 уровень. Разбираются они на изи. Но мы сейчас посмотрим, Лео вот сможет их всех чикнуть? Нет, не смог. Тогда Пиццелицы на добивку. Тогда Пиццелицы, ребят, на добивку. Самое удивительное, что он бросает, ну, крутит там пиццу, да, крутит сосиски, и все это поглощает Пиццелицы. Ну, ты видел, да, как заканчивается у него победный танец. Ну что, берем Ваньку и Рафаэля. Это все для того, чтобы, ребят, отыграть вот этих бойцов. Можно, конечно, попробовать без второго, как говорится, сильного бойца. Можно взять, например, Ваньку и Крысиного Короля. Семидесятника, я имею в виду. Ну вот. Так, один упал. И, ну, Ваньку тут добьет с гранатомета. Понятное дело, у них там ХП осталось совсем мало. И разборка тут идет крутейшая. В Лигу Мастеров 2 звезды, скорее всего, мы сегодня запрыгнем. Если мы вот так вот хотя бы по десятке будем с тобой брать, то запрыгнем. Опять же, остается, как сказать, возможность у меня сыграть поздно вечером. Если сейчас в данный момент у нас час дня, откат, как ты знаешь, их идет на наших персонажей. А, тут 10 часов. Твою налево, это что, в 12 часов, что ли? Нет, 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 можно, знаешь, как сделать? Можно, например, завтра перед работой. То есть, если я встаю с утра, да, то до работы, но это, опять же, ребята, нужно как минимум полчаса, чтобы пройти. Это мне, блин, вместо того, чтобы, например, хотя пока греется еда, можно и поиграть. В общем, можно изыскать резервы. Но ведь, знаешь, иногда хочется поспать подольше, и поэтому в такую рань вставать, ну, тоже как бы не особо. Но, может быть, мы еще успеем сегодня дойти. Сейчас посмотрим, ребят, как пойдут дела. Если мы быстренько с тобой бустанемся и у нас получится, например, как бы тебе сказать, перейти в Лигу Мастеров 2 звезды, и еще останутся у нас бойцы, то можно даже попробовать немножко бомбануть Лигу Мастеров 3 звезды. Но я в этом сомневаюсь почему-то, что прямо они мне так, ага, дадут зайти. Так, Пит 100% сейчас будет хилять, если я его, конечно, сейчас не ушатаю, например, вот так вот. А если вот так?
Да, ну, блин, ну что это? Ну что это, ребят, такое? Ну неужели, Доня, спасибо тебе. Получи плюху. Упс. Нифига себе, 69 уровень. Рафаэль не смог на контратаке его бомбануть. Сфига ли это вдруг? Удивительно. Удивительно. Игра не перестает, ребята, меня удивлять своими прибамбахами. Против тебя стоит 69 уровень, у которого меньше половины здоровья. Он бьет Рафаэля. А Рафаэль, как ты знаешь, у нас на контратаке просто лютый зверь. И он его не уничтожает. Он просто немножко отнимает у него ХП. Чуть-чуть буквально. Разница. 69 уровень и 100. Стоп прокачанной атакой. Офигеть. Вот, кстати, я не посмотрел. У меня у Рафаэля... Так. У меня у Рафаэля... А я что взял-то? Ё-моё, я что взял-то? Они еще смотри на себя, что повесили. Зашибись. Неуязвимку. Не надо, не надо, пулемет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Господи, ну как же так-то получилось? Ну, дрён ты, матрёна, а? Да. Бедный наш Лео. Все-таки он его из пулемета, ребята, разбомбил. Плохо. Это очень плохо. Это скверно. Сразу чувствуется, какое идет понижение на кубках. Но самое удивительное, что здесь дают 17-23. Я такой возможности, ребята, не собираюсь упускать. Возьмем Супер Шредера и возьмем Усаги. Раз, два, три. Так, я уже не помню. Супер Шредер, по-моему, все-таки будет быстрее ходить, чем Микеланджело. По-моему, так должно быть. А, у нас даже Усаги ходит первым. Лишь бы постепенный урон повесил на него, и чтобы он... Да, ему крышка. Ха, тут всем крышка, потому что Шредер ходит вторым. Топ. Как говорится, без всяких опасных ситуаций мы здесь прошли. Слушай, довольно неплохо идем. 48-я уже позиция. Так. А если я сделаю вот таким вот образом на откате, просто возьму Маузера. Блин, опасно почему-то. Как-то мне вот прям неспокойно на душе. Сейчас посмотрим, как Маузер может не добить, конечно, 75-х. Но половина из них явно упадет. Сейчас мы посмотрим, что это будет за половина. Ты-дэш. Угу. Даже больше, чем половина. Почти все остаются тут носорог, которого Шархан довольно быстро уничтожает своим тесаком. Так, 48-й. Переходим на 38-й, да? А, даже 36-я. О как. Даже 36-я. Поэтому... Поэтому что? Поэтому ищем 17-23. Возьму здесь Кожеголового плюс Кренга. Раз, два, три. Ну, понятное дело, что с этими пацанами не поспоришь. Кожеголовый бомбит, будь здоров. Ну, а Крэнк уж и подавно. По инициативе, конечно же, Крэнк круче, поэтому первый ход за ним. У нас же луч прокачан у него на 7-й, да? На 7-ю волну, по-моему, да. Поэтому он бьет, ну, очень люто. Так же, как, в принципе, и наши маузеры. У них тоже до 7-й ступени прокачано, и... Они очень хорошо... Так, в общем, еще где-то поединка 2 нам с тобой светит побить, поиграть здесь. Возьму зэка. Ну ладно, давай так вот попробуем. Своими силами как-то. Майки, естественно, пойдет на уклонение. Массовых атак у нас тут сколько? Получается 2-3. У зэка, у слэша, ой, у Макмана. И у кого там еще... По-моему, все. Так, здесь надо вырубить, наверное, Лео. Попытаюсь. Фигня полная. А если так? Уже получше. Вырубили. Так, ну что ты, куда побежал ты? Разогнался. Куда ты бежишь-то, парень? Ну, куда? Фигею. Крис Брэдфорд стоит под уклонением. И он все равно по нему попадает. Несмотря на то, что мы по уровню его выше. Но 15-е. Ну, 10 ступенек, ребят. Значит, еще 2 поединка впереди.
проскакиваем очень-очень слабенько. Так, ладно, беру я, возвращаю Маузера сюда и, наверное, возьму... И я не буду ничего брать, я возьму, наверное, просто Маузера. Нет, все-таки не надо взять Шредера, ребят. Или Рафаэля, Рафаэля лучше. Если хочешь 100% ходить первым, бери всегда Рафаэля Ролевого. Это 100%, ребята. Как говорится, будет... 100% будет твой первый ход. Но то, что вырубить, конечно, ты не сможешь кого-либо, это да. Но Маузер в помощь. Вот, в принципе, так и играем потихоньку. Берем самых топовых бойцов и разносим всех остальных. Ага, ну что, Лига Мастеров, две звездочки уже, как говорится, пройдены. Точнее, не то, что пройдены, они уже, как говорится, в кармане. И нам надо будет еще там как-то, я не знаю, пошуршать. Попытаться хотя бы до ранга 50-го дойти. Там уже будет попроще. Просто если мы проходим сегодня с тобой в топ, ну не сегодня, завтра, предположим, да, и мы остаемся в топе, то у нас как раз накапливается 400 платиновых осколков. 400 платиновых осколков нам дает шанс на прокачку персонажа в платиновый ранг. Вот и все, ребят. Вот для чего весь этот кипиш. Только для того, чтобы их получить. Так, так, так. Тут уже, ребят, без разницы. Берешь хоть слабых, хоть сильных. Главное, чтобы они были у нас для фулл команды. Ну-ка, Маузер, добьешь? Да, по идее, должен добить всех, даже Ваньку, у которого очень много хп оставалось. Ну вот, идеальная победа. И смотрим, на какое место мы приземляемся. 80-е. Чуть слабо как-то мы тут прошли. Вообще хочу уже получить 17-24. Или 17-23 у нас максималка. Нет, по-моему, 17-24 должно быть максималочкой. Так, давай возьмем Рафаэля. Раз, два, три. Сколько у меня там еще? Ну, слушай, может быть, даже до 50-го ранга мы и сможем добраться. Приходится, конечно, тратить по 2 отката. Но это у нас постоянно, ребят. Уже, как говорится, ближе к концу недели. Без этого просто, ну, невозможно. Возможно играть, не потратив откаты. Так что удивляться тут абсолютно нечему. Это наш стандарт. Годовалый уже, я не знаю, там двухгодовалый, трехгодовалый. Сколько мы играем? 5 лет уже. 5 лет, ё-моё, 5 лет, ребят. Пять лет играем в нее, и я до сих пор не всех. Я только единственное, что вот недавно только всех персонажей открыл. А я уже прокачку молчу. То есть, ты представляешь, всех прокачать до 7-й ступени, всех перевести еще в, мало того, что в платиновый ранг. Это ж сколько времени? Это еще, наверное, 5 лет надо, да? Это 10 лет? Это сколько будет серий? 3000 серий на канале, блин. Да. Так, ну-ка давай 17-24. Да нет, а по-моему 17-23, ребят, это край. Нет, вот он, я же говорю, 17-24. Есть 17-24. Нет, Леонардо не хочу, давай, наверное, вот так вот сделаем. Да, вот у них 79-й ранг, это вот самый наивысший, 79-й. Но тут еще проблескивается 78-й. Ну и что вы тут стоите? Получите, распишитесь, ребятушки. Ой, зазевалась, как сладко. Но спать нельзя, ребят, завтра на работу с утра. Потому что если я сейчас упаду, я знаю, что слабость у меня все это. Если я сейчас просто лягу спать, киборнуть, я потом ночью не усну. И с утра на работу я пойду ватным. Мне этого не надо, поэтому надо держаться. Так, 49-е место. Ну давай мне 17-24. Ну что ты ломаешься, как, я не знаю, как российский автопром, давай. Ни в какую. Ну не хочет и все. Тут засранец. Есть. Тим. Тимоха. Так, ну что, давай тогда
старую бравую команду. Раз, два, три. Но если мы вот так вот по два персонажа будем брать топовых и по три слабых, я думаю, еще поединка 3-4 у нас будет. Это по 10 ступенек, как всегда берем такой оптимальный стандарт, то это как раз должно хватить нам до Лиги Мастеров 3 звезды. Только-только мы должны будем в нее войти. То есть получается где-то 40 баллов, ну 40 ступенек мы проскакиваем, да? И, ну да, как раз у нас должно выйти. Но опять же, ребята, нет такой гарантии, что они будут нам давать... Ауч! Нет такой гарантии, что они нам будут давать по 10 ступенек. Они могут и занизить. Вот в чем беда. То есть я не могу тебе с точной уверенностью сказать, что вот этот поединок мне принесет 10 кубков. Нет, все рандомно. Он может и 8, и 5. Он может вообще, ребят, тебя не передвинуть. Просто ты бой выиграл, а с места даже не тронешься. Так, давай, наверное, просто ракетами бомбанем. У них тут все равно мало хп, я думаю, ракетами сможем добить их. Вот. Поэтому... Вот смотри, вот сейчас была 39-я, сейчас вот должна быть, по идее, 29-я. Будет ли она? Ну, тут даже 28. 11 ступеней пролетели. Это, конечно, всегда приятно, когда берешь большее количество. Так, кого бы мне еще тут взять? Услыши инициативу. Вот мне непонятно, какая инициатива у нашего Пиццелицева. Насколько она быстрая, или она медленная, или она средняя. А мне даже сравнить-то его не с кем. Так, ну что, Маузер понятно, у Маузеров инициатива большая. Не больше, конечно, чем у Рафаэля Ролевого, но на уровне. И Крэнк здесь добивает. Вот так вот, по большому счету, можно было бы, даже если бы знать, что так получится, Крэнга не брать и сохранить его на следующий поединок. 17 место. 17 место. И что-то я вот предчувствую, что, по-моему, ребят, сейчас будет все топчик. Так, беру Рафаэля. Маузеров беру только лишь, ребят, из-за того, что у них очень массовая, классная атака, мощная. И у нас остается один поединок, ребят, придется мне еще и откаты сделать. Ну, как я тебе и говорил, что мы только-только зайдем с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды. Вечером, в среду после обеда, блин, сесть и попробовать. Ну, мы же можем как сделать? У нас же, например, вот эти топовые бойцы откатываются через 10 часов, да? А средние, например, откатываются... Там же через 6, 5, да, 8 часов вечера можно пройти и за счет откатов. То есть я буду откатывать также Маузеров, там еще кого-то, да, и играть за счет слабых персонажей. То есть Маузера мы, например, откатываем, да, с кем-либо. Вот, потому что они туда действительно по 10 часов. Вот, а вот этих вот по 7 часов, их можно просто будет до кучи брать в компанию. Но это придется, ребят, нам 10 боев по 2 отката, 20 откатов, у нас 41. Это реально? Да, ребят, это вполне реально сделать, как бы, чтобы мы могли пробиться. Не то, что даже пробиться, мы в Лигу Мастеров в любом случае 3 звезды попадем. Чтобы взять как можно более высокое место, чтобы за то время, когда я буду на работе, меня не сбросили. Вот так я тебе скажу. И это вполне реально. То есть, если мы забираемся в топчик, то меня уже не скинут за, там сколько, за 12 часов в Лигу Мастеров 2 звезды. И, соответственно, осколки будут наши, платиновые. Соответственно, будет прокачан персонаж. А вот, ребята, Лига Мастеров 3 звезды. 94-я позиция. Ну вот, в принципе, как-то так, ребята. 33 тысячи мутагена мы набрали. Я даже могу уровень поднять. Эйприл 77-й. Там немножко не хватает до 78-го. Вот, и... А вот у Лео, у Лео 7-я ступень, ребят. А у Ваньки 6-я.
Но тут не хватает вот этих знаков. Его, кстати, тоже можно было, ребят, прокачать. Но нет вот этих вот эмблемочек. Две штуки еще нужны. У Бакстера. Оу, Бакстеру можно, ребята, прокачать тоже. Я так и сделаю. Пора бы уже этим ребятам все массовые атаки прокачивать до 7 ступени. Так, у Слэша не хватает вот этих эмблемочек. Так. 5 биноклей. Ну-ка, 5 биноклей. Давай попробуем найти. Раз. Два. Все, подскочилось. Я просто думал, ребят, стоит ли ему прокачивать контратаку. Или все-таки вкачать. Так, а у тебя? Угу. Вот этот удар тоже нужен до 7 ступени прокачивать. У Пиццелицева что получается, ребят? Ну, очень много чего не хватает. У Армагона все топчик. Так, у Зека. Ага. У Зека, ребята. Подожди, подожди, я не то глянул. Не то глянул я. Вот у него. Не хватает, опять же, некоторых элементов. У Кожеголового. Ага. Наверное, лучше у Кожеголового прокачать до 7 ступени, чем у Рафаэля на контратаке. Как по мне. У Макмана. В общем, везде не хватает понемножку. Понемножку каких-то элементов. А у Саги 7 ступень. Ну и ладно. Есть еще, ребята, у нас времени. Как говорится, много. Уж как-нибудь прокачаем все это. Ну, а на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.